Я будто Павел Дуров. Грамм, твоя тёлка пишет мне хуйню. Она такая, типа, скали, я тебе тело дам. Я не дам. Но я не гей, блядь. Я не знал, но теперь знаю. Прошлые ролики, ничего, гал, там два ролика есть. В центре экрана надпись «Денис гей». О, ебать. То, что никто я не понял. Нет! Да. Да. Тебя уебут подписчики, они найдут тебя. Да я что, думаешь, вставлю это, блядь, я что, ебать? Ай, блядь! Чё такое? Чё ты там чё? Там Кен. А каким образом он меня убил, блядь, я не понял, нахуй. Точки. Помяните! Вот это реально, блядь. Убил, не дал его! А, блядь, я... Он тут был. Здесь не слышно было. Да, это было очень, очень прекрасно, блядь, слышно, если чё. Кайфово. Встань вот сюда, Встань вот сюда. Да, блядь. Вот сюда. У меня бурят на... Нет, вот, вот так вот встань. Ну раком встань уже, тебя же попросили. Ебать, я красивый. Разрывная! Юморись, рака! Чё за молчал? Я обиделся на тебя. За что? За всё хорошее, за робот. Не хочу в эту хуйню играть, я хотел вообще уйти на полгода. Бля, ну я вижу, ты охуенно уходишь на полгода. А ты вставишь? Конечно. Изи его! Блять, запинговало в ненужный момент. Ты не говори вас буквы, поэтому порвал. Там мотка, блять! Ебать, мотка, да, он выносил. Открой, Лена, пожалуйста. Дверь иди открой. Можно продать уйти. А что, слышно было? Да. Конечно. А сейчас слышно? А, лохи, а сейчас не слышно было. А, лошара. Привет, мама! Что, 16 фасоли, блядь. О, так это можно в Вермейке отправить. Он оценит такой подарок. Как знаешь. Готов? Как знаю, давай. Показывай свой энел. Я тройным кликом, если что, это делаю, просто. Ебать. Да, может даже не поместится, кстати, вот тут. А, нет, поместилось. 43 килограмма перевес. Нихуя, посмотрите, как меня колбасит. Когда выпил дохуя сидра. Чекай. Смотри. Подожди. Видишь меня? Честно говоря, я нихуя не вижу. Держи мой сладенький. Чего там хаваешь? Сперму, чего? Бля, понятно все с тобой. Бу-бу-бу. Пика бубуши до Хэллоуин. Фулио. Я постоянно с Трэвисом как ты. А, четвертый. Он щел, блядь. За что по мне, блядь? Почему не по тебе? Да какой по мне, блядь, он по меня убил, блядь. Тогда вопросов не имею. Тогда хорошо. Чел в чате пишет, что у него писька волосатая. Еба, какая же это важная информация. Кстати, давай, короче, пару Марика позовем в видос. Так Марик свободаешь. А, ну тогда нахуй не надо, блять. Ему вставим, а! Ой, Зиночка пошутила. Чел, вынос. Блять, нахуй ты мне пиздишь? Отлетела ты меня, грузи. Сука, дебил, ёбаный. Чужих, да я среди, водил. Я не пизжу, это реально. Стоп, это что, реально? Шутканул, лютый. Не, подожди, не надо, он добрый. Он пакер. У меня РГОшка в руке, нахуй. Не сейчас, надо, я блядь. Сейчас всех заберу. Пизда на, пацаны. Это чел тоже сейчас, блядь. Я постоянно с Трэвисом как Ди. Хорош, лучше просто. Инстаграм. Постоянно, бля, она не спит. Мой французиш пистолет картавит. Приехал в новый город, меня знают там.